блядь, грязная рубашка, зато топовые, самовые, блядь, такс. Костюм, который бывает на свете, шелковый. За миллиард рублей, который. Угу, так и есть. И писька еще торчит из... из шеренги. Ну, посмотрим, как долго ты без меня протянешь. Я же говорю, я специально оделся именно для этого урода. Вот он. Прям вообще же жестко, да? Он, да, он, видишь, он стреляет даже через ящики. Огнем? А кто это вообще? Это бешеный монах. Потом надо будет делать мне эти дебафы, чтобы я мог дебафать их. Если такой охеревший, блядь. Знаешь, он даже ему за похуй. Сотка. Если там есть какие-то препятствия или чё, ему пофиг, он просто стреляет. А. Я уверен, там будет шмот. А, нет, смотри. Удивительно. Я уже прилетаю, ты чего учил? Тут жестко, кстати говоря, почему прилетать-то. Он чем бьет-то? Он только огнем бьет? Огнем, да, еще? Да, да. Это хоть это Fire Apocalypse. То есть мне нужен только красный и хил.
или это Powerbeam какой-то, я не знаю. Давай, знаешь чего, давай завтра сделаем мне дебафы какие-нибудь, чтобы я мог их дебафать. Более damage boost? Да, и еще надо будет сделать тебе эти, которые, чтобы тебя отпустить. Как они называются? Более баррел. Резист бустер. Нет, не резист, а какая она называется там? Там два резист бустера, которые нужны. Хазард и хит. Нет. Эти, которые тебя бустить будут. Ну, Heavy Combat. Ага, да, вот эти вот. А, и спай. Они пустые, блин. Опа. Мне сразу прилетело. Ну бляха, ну давай. Красный хил. Ага, хорошо. Я секунду. Я пойму, где у меня красный. Тихо, прячься, блядь. Господи. Блять, у меня все будильник звонит, что мне работу мне пора, но я, как объяснить людям, что мне работу не надо? Это не смешно, я сейчас сдохну. Не надо, все нормально, не смейся. Твоя вот эта херня не работает. Я работаю, она его убьет. Смотри, какой настырный, а. Кто это стреляет? Это еще стреляет какой-то. Сзади стреляет. А, их двое, бля. Прикинь, я в энергетической броне, бля. Так красно тебя обновляю. Рано. Так хил тебе обновляю. Хила нету, да. Правильно. Да хил ты по себе можешь мерить, понял? Но мне-то не надо. Да вот именно, что для этого он сделан. Они меня даже не пробьют.
Ты себе и должен его вешать, чтобы как бы отмерять, когда ставить хил мне. Да? Ну давай. Ну это самая, блядь, нубская техника. Ну вот, например. Блин, мне кажется, это самое мерзкое вообще, это там дальше. Нормально. Я специально, видишь, оделся в огонь. Но ты мне хилку так и не поставил. Ну как ты его там, он закончил. Куда ты там? Да, пару минут назад. Поставил, что? Одна есть. Где там второй? Ну вот здесь вот кто-то выпендривался. Не-не, ты что? Наверху. Убил? А, я его убил? Да, ты же убил. А ты его поднял? Нет, вот он ходит. Да, правда, что ходит. Мне кажется, на них огонь не действует. От слова действует. Совсем. Действует, действует.
кинул. Подобрал порту? Нет. А где? Там? Нет, подожди, я просто спрашиваю. Нету тут нихуя не. Да нету. И вообще в общем. Нету, конечно. Мало ли мы что подобрал порту? Нет, подобрал. Потому что я тебе это буду. Обманывать что тебе? Я имею в виду, в общем, ты случайно подобрал порту. Нет, нет, не случайно, не я не подобрал, не заметил, не, нету, ничего нету. Короче, нам еще одну надо. А у тебя одна-то есть хотя бы? Да, одна есть. Ну пойдем туда дальше. Нет, подожди. Тут надо отвлечься. На ровно 2 минуты. Прямо. Как заебал этот будильник, который, блядь, звонит нахуй.
когда на работу не надо идти. Ой, давай, 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 я тут. Тут их двое. Слушай, мне кажется, я не туда пошел. Да нет, тут один только проход прямо. Слушай, мне кажется, я тут тоже не пошел. Да, я вижу. На ист беги, на ист. Меня сжигают. Сейчас. Слышь? Сейчас. Нет, их трое. Я тебе говорю, на ист. Е. А, он просто стоит, блядь. Хилка помогла. Пойдем, их там трое. Один к нам пришел. Окей, let's go make the Patricks. Мальчишка-то. Он столько что тут. А, вот он. Ходит, бегает. Зарыщен. Скилл. Там еще двое с дверью стоят. Мы за... Я посмотрю, как они стоят. Да, они такие, знаешь, очень... Удивительный. Добавляю теперь красный. Пытается, давай ты. Нет, мне тут кто-то. Стой, пока не залутается. Стой, пока тут. Кинь мне красный и хил. Есть, а там есть. А порта есть? Да. Все, офаемся.
Точно? West, West. Run West. О, смотри, тут какое-то чучело еще есть. Чучело, мило, чё. Мы же всех убили, нет? Или мы такие быстрые, блядь? Спиди Гонзалес. Угу. Ну-ка, проверь, 3203. А, подожди, сейчас выйдем из этого, из данжа, и сейчас проверим, какие порты у нас есть. А нам же надо было две, каждому по две. У меня есть. У тебя есть, да? Вот я и говорю, 3203. Ладно, ты, да, так точно. Ну вот сейчас выйдем, и нужен этот Go Guardian. Хотя их обычно тут их дохера. Так это зачем тебе, они не падают? Go. Ну банк мне нужен, банк. А зачем, говорю, эти порты, они не падают? Мне нужно переодеться в энергетическую броню. Ты чё? Да ты чё, нихера себе. Utilities. Go Guardian. Пойдём за мной. Все. Знаешь, тут люди жили, вот мы, кто-то в Неокроне жил, а кто-то здесь жил. Нормально? Не, он раньше это... по-другому выглядел, на самом деле. Так же? Да не, он практически, но не совсем так убого, не совсем так убого. Не, ну плюс-минус. И тут жизнь была, главное, тут, ну, сейчас вообще как будто, блядь, оставили, нахуй. Не, ну плюс-минус, то же самое. Здесь где-то. Ищи. Типа Rebels. Вот эти вот Rebels, блядь. Повстанцы. Бляха. Так, нет, а чё мы ищем? Вниз, а мы ещё ищем. И налево. Что мы ищем? И налево, налево, налево. Это может быть один из тех секторов, где нету. А где что нету, мы ищем, где да? Нету. Банк. Нужно переодеться. Пойдем. Ладно, похуй. Нет, так это туда, а надо самый первый. Ну пойдем сейчас обратно сгоняю чуть-чуть. Вот здесь внизу банк там есть, я точно видел. Не, вот здесь вот. Я вот здесь вниз надо спуститься. Да я помню, здесь их штук 5 банков вот здесь. Ну вот сломанный банк. Нам главное далеко не отходить от входа. Ты нашел что-нибудь? Там вот он, вот. Ого.
We are freedom, Twilight Guardian. Понял? Они прикольные вещи орут иногда. Такие прям жесткие. А Twilight Guardian тут, это, они же тут, да, все вот эти вот мальчишки-то были? Нет. У них свой каньон. Но Ты они что, здесь, забыл, они, что ли? ну да, но они же здесь как бы тоже были бы, ну, по идее, как бы их тут, ну, гварды не стреляли бы, правильно? Нет, враги бы не стреляли, нет. Мы откуда пришли? Отсюда? Да, сейчас подожди, мне надо это отойти в секундочку, буквально. Сейчас потеряешься.
Лоу. Давай уже. Алло, давай. Ку-ку, блядь. Hello, hello, welcome to Science Nation. Ух ты, ни хера себе тут. Мишка, ты живой? Yeah, let's go. This ты way. Ты покурил? Вот, давай. Не, ты покурил? Да, всё. А я не покурил, подожди пока еще секунду. Ну ты же можешь за компом. Не, нет? Ну поговори, ну не, ну как поговорить, как я рулить-то, как мне рулить-то? А вдруг тебя убьют? Или можно прямо вот так вот бежать и... Например? Да вот здесь тут недалеко. Давай. Запоминай. Да я уже... Может скажу. Пригодится вот это вот все. Знание вот этого. Не, я когда этот первый раз квест делал, я запомнил. Но уже... Бля, чё прыгал? У меня у будильника упорно пытаются на работу поднять. Представляешь? А может тебе в натуре надо на работу? Не-не-не. Мне сегодня надо было. Ну вот, мы кого сделали? Мы сторож сделали, да? Ищи другие. И, кстати, один из них будет как люк в полу. Понял, вот как, ну, как в плазе. Дегернат Василити. Так вот, слушай, мне надо было сегодня на работу. В чем прикол-то самый основной-то?
Вот. А я просыпаюсь. Просто вот сам по себе. Сам своим как. Без всего просто. Я смотрю по сторонам. Не понимаю, что-то спать не хочется. Что-то странно, что происходит. Смотрю на телефон, а он черный. Прикинь. От водяры ты просыпаешься? Нет, нет, я говорю, я просто, ну, я просто сам просто проснулся, а телефон черный, просто он, то есть, он севший наглухо, просто в ноль. Вот, я его, короче... И он не включается. Нет, нет, я его, короче, включаю в розетку. У меня быстрая там ультразарядка. Он сразу заряжается буквально там. А я чуть-чуть отошел там, пока я коту там насыпанул поесть. Туда-сюда немножко отвернул, смотрю, уже 24%. Короче, я его включаю. Так, ты меня куда завел? Слушай, я потом... Не, подожди, я сейчас сам потеряюсь. Вот, я, короче, это, только его включаю, и сразу же звонит он у меня. Звонит секретарь директора. С такими словами: «А ты где?» Представляешь? Ну, я, естественно, говорю, ну а где? Ведь, ну, они прогнали. Ну, и насколько грубо ты ей ответил? Я ей говорю, ну, я говорю, ну, я, правда, я не стал ничего, ну... Сказал честно, я говорю, вот, я только проснулся, только включил телефон, и ты спать. Она говорит, а ты что, чат не читаешь? Я говорю, ну а как? Она же у нас вот такая вот секретутка-то, блядь. Она же не понимает, что если у меня телефон севший, я чат не могу прочитать. Она говорит, а ты что? Чат не читал? А я говорю, нет, не читал, блядь. О, Господи, слава тебе, Господи, мы вышли. И там, мне кажется, там можно на всю жизнь поэтому умереть в этих катакомбах. Это самая хуевая зона. Угу. Здесь мы были? Не помню. У тебя, я видел на твоих стримах и вот этих записях, короче, у тебя броня хуёвая, у тебя всё это как грязь. Кого? Тебя надо помыть, да, тебя надо помыть уже кончим сильно. И запустил. Меня... Ты запустил своего вот этого. Ты бегаешь без половины своей брони. Причем ты бегаешь с говнистой броней. У тебя кости неправильные. У тебя очень много не хватает спеллов. У тебя. Короче,
минус. Ты скорее не плюс, а минус. Нет. Это мы уже фармили назад. У меня кран блэджит. Вот эти броня. Кран блэджит. Самая крутая, которая только есть вообще в игре, блядь. Ее круче не найдешь. Нет. Кран блэджит. ТЛ какой? Давай ноги. Наколенники вот эти. Ну, знаешь, в чем проблема? У меня на колени. ТЛ какой? Наколенники. Наколенники я потерял. В бою. Окей. А ботинки. Они будут ТЛ 80. Ботинки. ТЛ 80. Это все 80. Ты не знаешь. Ты сочиняешь. Так это... они все ТЛ 80. Вот у меня шлем вот тут. У меня все, вот ТЛ-80, вот у меня есть клака, блядь. А это на шейник вот этот. Угу. Какой ТЛ? 80-ка. Ну, все 80-е. У меня это карабель. А что ты растерял? Где ты растерял? Ну, у меня, я ж там воевал. А, воеватель. Если хорошо, что видишь, я ни одну спелу не потерял, ничего. Ну вот смотри, давай вот сейчас. Вот я тебе сейчас покажу, вот прошу. Вот мы, ну вот если посмотреть на карту, мы из красной точки вышли. Чтобы не быть глазом. Нам нужна яркая синяя и зеленая. Нефиг мне заказывать, ты чё гонишь что ли? Я чё не верю просто, что ли? Не, попробуй на себя надень, ты штанг, блять, охуенный. Ага. Чё, не лази, да? Ты хочешь сказать, что, блять, я не знаю, как бы это. Вот, блять, поэтому, блять. Вот а заткни-ка вот, ты свое, вот, блядь. Вот ты логопедом своим рассказывай такое. Угу. И показывай, какой ты крутой. Ну. У меня ПИ надевает Blessed Spirit. Вот, смотри, сектор мапы открой, а потом Альтабовской. И что дальше? И там посмотри, где. О, мы ищем зеленую штуку, зеленую. В третьем секторе зеленую точку. Вот смотри, где мы. Мы прям рядом, да? Вот сюда, давай, пойдем. Готов? Пойдем. Нет, подожди, еще раз. Давай, альтаб, зайди в игру. А мы в каком секторе находимся? Третий. Так, мы в третьем, да? Нет, зайди в игру сначала. И давай попробуем моим путем сначала. Либо где-то здесь. Нету. Значит, вот здесь, через вот эти баррикады.
Ну что, он тебя не прыгается, что ли? Да нет, дело не в этом. Омайгадабл. Ну иди посмотри, что там. Ну, обрыв. Нет, ты подойди-то посмотри. Мы там бегали. Я сейчас подойду, а ты меня толкнешь, блядь, туда или что? Нет, пойдем, ты покажешь, как туда пройти. Мы через низы. А мы тут пробегали вот это все. Мы не можем найти ни одной. Ну, одну мы нашли, а вторую, третью, четвертую. Слушай, тут как бы это не сложно. Не сложно? Ну, ты уже нашел все три и уже все зафармил, я так понял. Нет, если посмотреть на карту, то понятно, куда надо идти. Ну, я тебе говорю, нам нужна зеленая. Или это и есть зеленая? Да нет, вроде. Я уже вообще ушел в какую-то чертовину, в которую нас, ну, последние минут пять не было точно. Ой, тут еще подземелья какие-то. Так, ну смотри, судя по карте, у нас типа идет сектор третий, да, вот сейчас. О май гад. Какая. Я уже. Все, я уже пошел в другие сектора тут. Нет. Ты сейчас заблудишься, потом тебя искать буду долго. Нет. Я-то не заблужусь. Нам в какой сектор надо? Ты это не уточнил? Этот сектор. Третий. В том-то и прикол. В этом секторе нам нужно найти еще три зоны других. А, ну в этом секторе я вижу только выходы. А, вот этот в TCHQ. А, нет, стоп. А, я только вижу вот эту, ну, в 01. А потом я вижу сектор вот этот. PAHQ какой-то. Вот. Наверное, вот сюда нам надо, да? Все, я знаю, куда надо идти. Откуда ты? Что? Вот единственный выход. Вот просто других выходов нет. Вот, честно, блядь. Там вообще ни одного выхода нет в этом. А там дело не в выходах, это дело в определенных просто дырках, которые находятся где-то. Нет, иди сюда. Их нужно найти. Сейчас я по карте посмотрел, сейчас я найду. Где-то вот тут в этом квадратике, что ли, был, я не пойму. Они еще говнюки сделали. Там же есть секторы, которые... Sometimes.
FAHQ какой-то там, какой-то выход на вот, вот нужен здесь. Вот. Да, он только один единственный есть здесь. Ну как-то странно. Точечка стоит сверху, а вот написано снизу. Не пойму, сейчас пойду. То есть вот где да, вот, ну, ну где что, вот снизу. Что тебе непонятно? Это Fallen Angels Headquarters. Тебе не надо это. Ты находишься в каком секторе? Сверху слева смотри. Abandoned, Doi, сектор. Нет, а что тогда? А что тут мне хочется тогда? Какой сектор? Ну, третий. Вот, я тоже в третьем. Я зашел с другой стороны. А что ты от меня, что ты меня, блядь, мучаешь тогда? Фай, блядь. Ты, не, идиота делаешь, блядь. Фай, жди, блядь. Фа это Fallen Angel. Да я уже сейчас-то понял, блядь. Тебе это нахуй не надо, блядь. Давай ты будешь рычать на соседскую собаку. А что там сверху? Ну, тебе по... Ну... А что там сверху? Какая-то точечка непонятная, красненькая. Вот это что такое? О, подожди. Я нашел место. Вот, смотри. Ко мне иди. А ты где? Бегай, там? Бегай кругом, пока меня не увидишь на радаре. А как мне это сделать? Это, наверное, где красненькая точечка, да, вот там? Нет, кругом, бегай кругом. Ну, не кругом, на месте, естественно, а так, как бы, вокруг. Вот. Где, смотри, наверное, где красненькая точечка, ты. Подожди. Перед тем, как мы зайдем, нужно посмотреть на карту. Сайд стрит. Ничего такого на карте не вижу. Да, вот она ярко-синего цвета такого. А как понять тут вот на карте такой? А, да? Вот это оно? Ну вот, сектор 3, вот... 03. Первый налево наверх, который сектор, да, вот мы в нем находимся. Вот это крась, вот это ярко-синяя точка. То есть есть еще одно место, еще она западнее нас, красное, называется Storage. Только подожди, я тебе сейчас скажу. Нет, на моем экране она не синяя, она какая-то такая. Такая прям блеклая, такая сиреневенькая. А вот синяя, ярко-синяя, это вот как раз таки там, с той стороны, вот где-то вот она дальше. Ну вот это вот сайен или какой там цвет ёбаный. Стой, я тебе сейчас расскажу. Вот да, вот она с той стороны, вот там синий, там еще какой-то вход. А вот походу в красной мы уже побывали. На самом деле. Поэтому нам нужна только синяя и зеленая. Понял? Если ну, все... после этой, нам нужна только синяя, ну, стандартная синяя и зеленая. И понял? И все готово. То есть нам нужно бежать на восток или на юг, куда-то туда. Ну я знаю, где синяя, если что. Сейчас посмотрим, насколько ты знаешь синих. А, ну это я знаю. Здесь, по-моему, вообще... Это не фарм, это какая-то, блядь... Какое-то издевательство. О, господи, их еще искать надо. Ау! Не, слушай, интересно, можно забыть. О, бля, ебать, пиздец. Нет, ты от меня далеко не убегает тоже. Не, я прям на входе стою. А слышу. Вот роботы ездят. Эй! Я нашел.
О, еще одного нашел. Стой здесь, стой, 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 стой. Давай синий. Окей, let's go. Их ломать надо. Да, я думаю, надо. Ну, печеньки высунь. Несложно вроде бы. Ну, я встаю второго. Так, две какие-то части. Одна чанк, вторая компонент какой-то компьютер. FF3201. Так точно. Давай, неси сюда. Вот. Вот тут. Смотри. Возникло дело. Смотри. Вот смотри, опять заметь, с первого выпадает, а вот сейчас мы будем, мы еще штук 20 убьем, только тогда выпадет. Ничего нету. Мне придется, чтобы ты побегал чуть-чуть, меня нашел. А я, походу, потерялся. Они лохи, как бы, ну, блядь. Их лучше взламывать. Ну, найди меня, пожалуйста, а? Ну, в смысле, найди? Ну, не надо бегать, как это, в жопу уже лежу. Точно? Самосохранение-то есть у тебя или нет? Где мы последнего хакали убитого? Нихуя я тут нашел, сколько их, бляха-муха. Помогите, а? Нет, возвращайся обратно. Где мы последнего убили? Зачем ты бегаешь там, как это? Я прячу сумку. Мне 0 хп. А ты бессмертный. Ну давай ты пробежишься, а? Я в той же зоне. Ты ни в какие двери не заходил, ничего, да? Ну я тут, а рядом, вот здесь. Я, короче, на ниты врубаю, мне похуй.
Да, это серьезная штука. Я их хакнуть не смогу. На мне человек 5 роботов. Опа. Я бегу к тебе, я бегу давай, к тебе. Давай, вот. Давай. Да стой на месте. Сюда давай пойдем. Сейчас подожди. Синий. Подожди, я пытаюсь найти выход, блядь. Я выход сам потерял, представляешь? А вот он, вот, да. Вот. Всё, да тихо. Ну, вот именно что, я пробежал-то всего-то миллиметр. Ну, я тут сам потерялся, смотри, блядь. Смотри, сколько там говна, блядь. Вот, я их всех нашел. А это что так? Понял, тут такие, типа, есть сейф карманчики. Да нихуя не сейф, блин. Они сейф только для тех, кто половинку сейфа. Damn locked. Их за этого и за тыкой. Ну они прям вообще супер легкие. Там просто прям буквально два тыка и все. Или может у меня так до хера этого? Поэтому. Ну, я надеюсь, что ты их обоих затворишь. Сейчас, секунду. Опа, на. Есть. Есть часть. Все, мне кажется, с этой локации получается закончено. Ну да, можно отпраздновать прям реально.
Части, две части есть с этого компонента. Можно выдвигаться. Ну-ка. Что, правда? Да. Ну, давай мне одну. Хуй тебе. На пол. Нахуй. На пол. Нахуй. А зачем тебе на пол кидать я буду? Вещи ценные. Что они больше у меня останутся, нет? Как ты считаешь? Ну вот как раз 0 часов прошло. Можно бросать. А ты не обманешь меня? Одну из двух. Бросай. А ты меня не обманешь потом в конце? А, давай показываю выход. Вот здесь, по-моему, нет. Нет. По ощущениям, вот я тут нет, мешки. Надо вместе бегать. Стой. Ну, вот. Ну иди за мной, вот я мешки тут кидал специально, чтобы это, не потеряться. Я уже вышел. Вообще? Я тебя жду. И да, вот сюда. И вот, вон, ты же меня видел. Назад бежать, тут все круговое. Вы слушаете канал. Еще больше каналов на сайте и в приложении. Ну ты как маленький, действительно. Круто. Круто, круто. Подожди, стой. То есть мы сделали сайд. Так, подожди, я забыл. Мы сделали сайд и сторидж. Нам остался синий и зеленый кружок. Это все, которые находятся на самой правой части карты. Блять, а где? Подожди, а где это?
Ёпанара, подожди, где у меня этот? Это у меня потерялся мой этот. И говори, если ты там альтабаешься или что. Не-не-не, да, я сейчас в альтабе, я пытаюсь найти, где у меня квест-то. Какой квест? Ну, вот этот вот квест. Следуй за мной. Нет, твой квест, следуй за мной. Нет, вот, нет, вот это хуйня полная, а не квест. За годы, блядь, игры с тобой, я понял, что, блядь, квест нужно делать самому. Я тебе говорю, пойдем за мной. Даже вот туда надо. Ну, сориентируйся там, да, хорошо, посмотри там на эти карты, вот это все. Нет, смотри, мы с тобой. Мне уже... кажется, это тебе даст ровно ноль. Нет, мы с тобой. Что... Нет. Потому что даже в трезвом виде. Нет. Карты очень, я не очень из-за... корявые. Я не из-за этого. Я тебе просто вот хочу просто порассуждать. Просто порассуждать с тобой хочу, поговорить, понимаешь? Вот мы с тобой убивали вот этот Дой Вандал, помнишь? Помнишь или не помнишь? И? Вот, потом мы с тобой убивали Дой Харайзер, блядь, вот этот, помнишь? Арбингер. Ну. Да. Вот, теперь, короче, Декомиссионный Йорк Сержант, блять, какой-то. Ты помнишь такого чувака? Что-то я такого не очень помню. Сержант, ты помнишь? Может, это тот, который. Ты хочешь, жуя какую-то хуйню, мне рассказывать о каком-то там. Стой! Ты если смотришь на той странице, да? Да, я на странице смотрю. Вот ты как думал. Вот, мы находимся в третьем секторе. Crazy Monk'а мы уже убили. И Defense Unit мы, по-моему, тоже убили. А и только я не знаю, первого или четвертого. Но, мне кажется, первого. Нам остался инфантерист и Defense Unit 120. Ну это пиздец. Так тебе понятно? Мне кажется, там надо уже дронера будет подтягивать. Да нормально, 120-го. Мы же тут Харбингера 120-го убили, ёбаного. А кто такой Харбингер? Я забыл. Ну в первом секторе, вот чуть выше. Который с Rocket Launcher расстрелял? Ну, на их там было сколько? Ну, не знаю. В зависимости от локации, я просто пока не понимаю. Их там было очень... Здесь удобно их разъединили, видишь? Первый, второй, первый, третий, какой-то пятый, седьмой, представляешь? Как-то, блядь... Непонятно, по классам, по каким-то. Мы сейчас на каком? На третьем классе, да, идем? Получается, переходим на пятый класс. Мы в третьем до сих пор. А на пятый мы когда перейдем? Когда убьем вот этот... Еще две порты надо. Вот Декомиссионный нет, сайбер какой-то, да? Короче, блядь. Будь добр, а? Месье, давайте за мной. Сильвупе. Мерси. Че ты здесь нашел какой-то? И че тут нету, да? Че ты тут ищешь? Мальчик, я сейчас милицию вызову, блядь. Ты че тут по подвалам лазишь, а? Наркоман, что ли?
были? Стой. Нам надо туда вернуться. Вот в этом направлении. Ой, какая тут сложная карточка. А, господи, блядь. Тут выход в дой один. Заебись. Нам это не надо. Тут, знаешь, тут есть такие, ну как сказать, скрытные ходы такие, который нужно вот буквально знать. Либо ты бегаешь кругами, как дебил. Ты открой сектор мапу. Ты видишь квадрат снизу? Квадрат такой. И там еще точка снизу. Угу. Видишь? Вот угу. Там. Вижу. Я там. Пытайся туда добраться. Вот именно. Тут. Все передвижение называется «Пытайся до туда добраться». Оно где-то спрятано просто, вот это люк, знаешь, вот простой люк, как в плазе, ты видел, да? Тебе что, не получается ко мне добраться? Ну вот я в этом квадрате. Во, смотри, вроде рядом. Hello. А, вот, кстати, нашел я люк. Да, написано, он где-то здесь. Вот. О, видишь, смотри. Ну, видишь, запрятали, как суки. Да, раз цепляй. Все, пойдем это курать. Я знаю эти места. Ходят всякие, блядь, косолапы.
тебя какие кости? Ну-ка. Кости у тебя какие кости? А там же у этих, ну, у монков у них же это, херовые кости. Нет, нет, у меня вопрос простой. Не вот это вот рассуждение, а вот какие у тебя кости? Ну, артефакт хэдбон. Какие? Артефакт хэдбон. Ты что, издеваешься, что ли? Как артефакт что? Хэдбон. Ага, какой хэдбон какой? Артефакт хэдбон, артефакт чесбон. Простые кости, что ли? Да. Человеческие? Да. А ты в курсе, да, что есть кости инт... Нет, подожди, даже не инт, а пси-80, которые ты можешь на ней... И ты их до сих пор не набрал. Ты же говорил, ты спец по всем костям. У тебя все кости есть. Да, возможно, они у меня где-то есть. Кроме тех, которые тебе нужны. Я не думал, что у меня для PPU нужны кости. Я даже не задумывался, если честно. Ну, и ты не думал, что тебе половина брони тоже надо? Я видел просто на видео. Ну, я живу. Пока живу. Ну, ладно. Ты очень крутой. Костями сходим. Без брони его. Окей, ладно. Зато пойдем в этот Макхевен скоро, блядь. За сайбер костями, блядь. Не знаю, посмотрим. Не знаю. Может быть, я выберу другого. Я там был, у меня один конкурент. А ты там был уже, да, в этом Микхевене? Ну так, немножко понюхал. Че ты там понюхал? Хуи. Угу. Я павший. Чтобы туда попасть, надо какой-то чип. Чип. Да? Чип. А, еще что-то надо туда включать? Ну-ка. Позволь мне пару минут отойти.
Ну да, кстати, и по костям, ребята, если кто будет заморачиваться именно костями, если кости какие-то вы увидите не такие, необычные какие-то там, блин, другого цвета там, я не знаю. Это не значит, что они лучше там или круче или что такое. Просто все кости разные, вот, все кости разные, и надо понимать, какие кости вам нужны, поэтому... Не надо вот прям, блин, сломя голову, ломиться вот за какими-то костями там вот. Ага. Там столько людей ломятся за костями, блядь. Там просто, там толпища просто. Там толпища и все, блядь, из Воронежа только. Одних там 200 человек за костями очередь. За этими сайбербонами. Ой, я куда... блядь, я умер, нахуй. Я файтролю. Охуеть, поиграл. А я причем знал, да, что такие есть эти ловушки. Пиздец, прикинь, ловушка какая ебанутая, бля. Против... Эскадор. Против пьяни, блядь, называется ловушка. Нет, ты, кстати, мог бы лежать, я бы тебя резнул бы. Бля, пиздец. Жопа какая, а? Эскадор. It takes no time at all. Только прячься, здесь стоит какая-то, блядь, черная хуйня. Это, видимо, Doom Reaper. Он какой-то черный, блядь. А раньше он не такой был. Это не Рипер, это этот. Это Doom Reaper. А, это ты хочешь сказать? Читер. Doom Chaser, да? Окей. А видишь, уже начали пересунуть. Ой, нихуя, мне тут все повыпадало. Но... Ты же покер, да? Там покер есть. Или ты не покер? Там покер в дое стоит. А, этот? А, окей. Гаража, да? Нет, он там прям на входе стоит. На дверях. Пиздец, блядь. Охуеть. Давай уже потихоньку двигаться. Я просто... Я даже не сколько боюсь потерять какие-то части, сколько вот эти вот... части квестовые, их можно, интересно, просрать вообще? Нет, вот как раз их ты не просрешь, а ты просрешь все свое, прежде чем ты просрешь это. Это все наживное, это все херня. Да беги просто за мной, тут говно, блядь, оно не агрится. Это знаешь, как в этих нубских пещерах крысы не агрятся. Они вроде большие, да, такие, о-о-о, нихуя. Они не агрятся нихера. Ну, ты отстал где-то. Где ты там, блядь? Да ты я решил бегу, получить бегу. Урон, да? Не-не, я бегу по своим вот, трубкам. Ох, ёпта, что я себе, блядь.
Да просто краями оббегай, ну и ничего не станет с тобой. Персекьюторы, чейсеры, хуейсеры, вот это все. Ну, только если ты не исполнишь вот этот хакнет-трик. Это квад стоит. Фак. Мы когда фармили там змей в этом скадоре. Ты насколько далеко? Я уже в ворот. Понял? Я захожу в ворот. Ну давай, я уже тут тоже подхожу. Вот, к нам приезжал какой-то челик. Вот с этой вот херовины, которая у тебя вот с этой новой пушки нас ебашил там, блядь, Саш. Вот я в инвиз ушел, короче, а этот бедный челик не успел. Когда это было? Ну, не знаю, может полгода назад. Вот. Ну, короче, мы там занимались вот этими косяками. Какая хуйня с новой пушкой? Что это такое? Ну, с Раптюры вот это, или как она называется? То есть спай. Спай с винтовкой. Да, да, спай с винтовкой. Они выфармили что? Змей? Угу. Так, а мне какой вход-то нужен-то, господи? Центральный, да? К-14. Тут один вход. Ой, только не говори, что ты полетел на своем глайдере опять. Да нет, ты чё? Тебя там много чего повлетало? Да не. У меня только сердце вылетело, прикинь. Ну ладно, давай грузи свой, давай. Человек онлайн.
Ну, мне кажется, там парочку находится в дой. То есть мы двое. И мы сейчас встретим, и нам будет, нам придется с ними биться. Мне почему-то так кажется. Нет. Все? А если геля не хватит? Пизда. Нет. Гели у всех есть. Нормальных людей. А еще один есть. На, кстати. Все? Я дропнул запчасть одну из этого квеста, прикинь. Куда? Ну, в ремень, ёпта, куда? А может, ты мне её кинул? Нет, я когда умер, я дропнул одну запчасть. Ты сказал, они не выпадают. Ну, минимум выпадают. Бля, ну это пиздец. Нет, это самое худшее, что могло произойти, вот если честно, пролетаешь, как будто ты, блядь, был со вчера. Ты хоть понял, куда бежать? Так нет, я помню, что вот это... Левее, там будет... Ну, тебе очень просто станет. Не, ну левее там просто обрыв, блядь. Куда левее-то, ебать? Ну туда. Предпоследний этаж ты выходишь. Выходи с элеватора. С элеватора не поднимаемся, да? Нет, ты спускаешься до предпоследнего этажа. Понял? Там, ну, после элеватора какие-то маленькие. И беги туда вперед и левее. Мне кажется, этого достаточно. Чтоб ты понял. Нет, увы, я нихуя не понял. Сейчас карту открою. Так, это сектор какой? В Тиму добавь меня. Сектор какой это? Тиму добавь меня. Это у меня в Тиме. Я просто не помню, какой ты квидух бар. Ты у меня там, в Тиме. Мы же ничего не умирали, ничего не делали. Ну, в смысле, да не перелогинили. А. И ты меня не видишь даже в Тиме. Нет, в Тиме. Очень вот в Тиме-то я тебя вижу. Ну ладно, спускай.
вернись обратно на выход. Откуда ты, куда там успел бежать? Вернись Нет, обратно. Ты мне скажи, это сектор какой? Сектор, до сектор какой? Один? Да, Денис, я тебе говорю. Нет, ты мне скажи, это сектор какой? До сектор один? Да. Ну, а вот помнишь, ты мне говорил, там квадратик, шарик, хуярик, вот так вот можешь еще как объяснить? Где вот шарик, где квадратик? Это мы поговорили про второй. Ну, а здесь так же не получится? Не работает смекалка, что ли? Просто работай назад. Ну, я у элеватора. Ну, у насекомых же есть. Я такое, у элеватора. У элеватора. И нихуя не у элеватора, блядь. Потому что я у элеватора. Могу подняться на второй этаж, блядь, сюда. Я уже катаюсь туда-сюда. Тебя тут нет. Не выебывайся. Я, видать, на каком-то... этом... элеваторе. На, ты на полуэлеваторе. Угу. Подожди, я знаю, где это находится. Ты на элеваторе другом, да, маленьком. На маленьком элеваторе. Угу. Ну подожди, я ж там пробегал 150 миллиардов. Я пойду это сниму с зарядки электронку. Сейчас подойду. Так, я тут. Что там дальше-то произошло? Вот смотри, вот это запомнил, вот это вот мини-элеваторы, мини-элеваторы. Ну, ты же понял, что они мини-элеваторы, они настоящие. Угу. Вот, смотри, прямо. А тут уже как бы тебе деваться некуда. Ну, тут уже до сектор 3. Правее беги, правее, вниз. Правее, вниз, правее. О, господи, это все. Это же эти. А Black Dragon. А, ну так вот, я что тебе не рассказал-то, я тебе хотел рассказать. Не, вернись обратно, где ты там, куда ушел. Че, неправильно пошли, да? Что, не туда, да? Да, я прогнал. Забородили. Да, хер ты тут найдешь, на, попробуй ты. Усилие прикласть. У меня даже дверь не открывается, господи. Нет, иди сюда, то все, это, у тебя уже начинается вот это, да, кретинизм, блядь. Ага, какой? Кто? Во-первых, я тебя не вижу. Все, ты сам уже путаешься, блядь. Да, окей, я понял.
Я тебя закритичу сейчас, понял? Будешь мне стать со мной так разговаривать. Видишь, тут выход. Открывай, блядь! Нет, здесь выхода не будет. Пойдем. Так вот, короче, у меня тут чел, блядь, мой. Видишь? Смотри, удивительная вещь. Вот я бы тебя привел там, придушь куда-то. А ты чё, на полпроцента протрезвел, да? И у тебя уже хватает ума что-то там соображать. Ну я чаю попил, да. У меня, во-первых, всё кончилось. Я яблочко съел. Попил чайку. И всё, теперь я, короче, это... Мужчина. Короче... Так, я помню, что там какая-то у нас был там, типа, контейнер какой-то, да? Он в какой хотя бы локации? Там налево. Там налево. Он в какой локации? Там налево, да? Здесь тупик налево вообще-то. Нет? Нет, налево. А, нет, вот, это, кстати, ты... вот, может, вот этот, нет? Окей, гоу. Сектор 3, entrance. Нет, это нет, а мы здесь все зачистили, это не то. Здесь взяли. Стой. Вот здесь вот хорошее место, вот смотри. Альтабовской. И на карте посмотри, что, где мы стоим. Понял, там есть. Сейчас, подожди, секундочку. Так, это сектор какой? Третий. То так. Есть, который первый сверху слева. Вот мы там, и там нужна синяя точка и зеленая точка. Не светло-синяя точка, а просто синяя точка и зеленая точка. А, ну, то есть они все находятся справа на востоке, вон там. Нет, синие это я вижу. Сейчас это. Подожди, синюю я знаю где. Откуда ты знаешь? Ну я вижу ее прям. Я прям узнал, где она есть. Вот именно синяя. Пойдем за мной, сейчас я покажу мне синюю. Вот, где-то вот тут вот. Стой. Да, нет, ты прав. Нет, да. ты прав. Это не то. Мы здесь не были. Так это мы умерли, это не там пояса-то наши, где, господи. Нам пояса надо найти наши вообще-то. Пойдем пояса вначале искать нашу вначале, потом придем вернемся. А я совсем забыл про пояса. На тогда стой. Если ты альтабнешься, да, то мы по идее у наши пояса в красной точке. А тогда ладно. Тогда поехали. Тогда понятно где. Сейчас. Тогда давай за мной. А потом нам надо вернуться сюда. Тогда вот сейчас вот идем прямо, потом сразу направо.
Так, еще дальше направо. Стой, стой, стой. Нет, это okay. Не то. Да, 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 окей, go. Вот здесь вот где-то вот должен быть вход какой-то. А вот он, вот он, вот он, вот он. Сука, блядь. Нет, это не то. Это не то, мне кажется. Это первый. Ну, в таком случае мы уже с тобой все точки израсходовали. А, нет, еще есть какая-то чуть. Нет. Точка какая-то значит, перламутровая значит, какая-то. Зеленая. А, ну давай попробуй. Вот не она ли, вот это вот она вот. Нет, не она. Ну нет, нет, не она. А, значит. А только... еще какая-то есть желтая. Подожди, подожди. Там какая-то желтая точка есть. А, денчик. Нам нужна зеленая точка. Она находится на юге вот этого вот. Короче, ты понял, да? Посмотри на карте. Ну, на карте я вижу крас. Нам нужна зеленая точка. Я на карте вижу красную. System. Я на карте вижу красную и синюю точку. И сиреневую точку посередине. Потом внизу справа есть зеленая точка. Желтая какая-то. Зеленая есть точка. Ну, для меня она желтая. Ну ладно, давай туда. У тебя какой-то, может быть. Глаз кривой. Хуй возможно. Знает. Короче, бежим вниз туда. На, стой, подождите. Эй. Эй. Стой, стой здесь, стой, 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 стой. Да, вот примерно, вот она, вот стой, вернись. Вернись. Да, она где-то тут. Дальше, вот здесь, вот сюда иди. Вот, смотри, вот она. Да, 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 да. Да, вот он. Мы здесь заходили разве? Кажется, да. Тихо, только не падаем теперь вниз. А, перед дверями. Просто перед дверями готовься. А, только нужно... Только нужно вспомнить. Ага, вот, да, 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 вот здесь я упал. Аккуратно, вот здесь. Спускайся и нормально все. Ты там уже сдох опять? Вот здесь я упал! Ну, фигли, я просто протестил, блядь. Падение? Все протестил. А ты чё протестил, блядь? Сейчас ты в ком клюшит какую-то хуйню, блядь, будь стоять. Я-то ради Родины. А ты? Ты ради вот этих вот сверкающих хуйни вот этой. Угу.
Зет воины. Потерли ёжика щеткой. Он тебя, прикинь, инжектора пизданулся один раз. А у меня бронька. У тебя броня упала? Ну, это... Верхняя. А где, а куда у меня делся тогда и этот? Нет, у меня итем пропал, прикинь. Что, мне теперь возвращаться, что ли? Все у тебя пропало? Ну, итем у меня пропал, вот этот. Ой. Один. Ну, из первого сектора. У тебя их 4. У меня их 3. Понял? Одного не хватает. Да, одного не хватает. What the fuck, man? Все, мне... я лезу наверх. Нет, лезь ты наверх. Мне отдавал уже один. Ты чё? Лезь наверх. Какой один? Ты мне отдавал чего-то там. Ты мне сколько дней назад отдавал 2. А я тебе сегодня или когда отдавал 2. Нет, вот ты мне совсем вот прям вот только-только дал один. Нет, мы говорим... Это мы говорим про третий сектор. А я тебе говорю про первый сектор. Либо какая-то хуйня пробежала и забрала только именно это. Да не, ну, это... В принципе, такое тоже может быть. Нет, это вряд ли. Ну как вряд ли? Смотри. Власть ты оттуда, блядь. Да, лучше вот здесь стоит за колонной. Что-то ты заб... Ну, надеюсь, ты там не заблудишься. А то еще грохнешься, блядь. Вот это будет пизда вообще. Слышь, алло. Аккуратней ходи, там же дырки есть. Ну, вот смотри. Что мне, что, о чем мне это должно сказать? Кто-то хочет узнать, услышать от меня. У меня одна из микросхем пропала, понял? Я желаю сожалений. Методом исключения можешь понять, какие... И хотя бы, блядь, научных каких-то определений, каким образом это могло произойти. Либо ты ее выкинул, либо она упала, когда ты умер, либо она не выпадает, когда ты вообще умираешь, и, соответственно, ты ее вообще не увидел, не получил, перепутал чем-то другим.
Нет, ты путаешь во всех трех случаях. Так, у нас с тобой серия растянулась очень долго. Давай, это короче. Просто пока... жопа, короче. Давай, быть... знаешь чего? У нас, видишь, у нас тут полная хуйня началась. Ну, в общем, суть в том, что... Ну, во всяком случае, мы выжили, мы прилутали свои эти пояса. Вот, и нам надо сейчас завершить серию. И у нас это будет... Doi Mission Part 2. В парте 3 мы уже пойдем дальше. Я думаю, что в общей сложности должно где-то быть частей 10. Mm. Ты что, а? Ну да, где-то так. Может быть 5. Может быть 6. Не, подожди, а у тебя сейчас сколько запчастей? По количеству. 1, 2, 3. У меня их получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук. И одних частей у меня 2 штуки. Может быть, это вот именно те, которые ты проебал? У меня которых 2 штуки. Как они называются? Это вот который... двойные которые. Это которые 12.01. А, ну да, окей. Окей. That works. Окей. Нету таких, да? Да, дай мне одну такую. Знает, как-то получилось. Сзади, справа. Сзади, блять, справа. Ну лучше в таких местах не выбрасывать что-то. Сзади, справа, блять. Окей, у меня теперь тоже 6 частей. Ну, все, теперь ты счастлив? Ну, вот и все, ну окей. Счастлив? Хэппи? Ну, и к тому же мы одну из самых сложных третьих... третьего сектора замочили самую сложную. Нет, мне интересно... Огнем, которым стрелял вот этот, понял? Это мне самое интересно. Говно, блядь. Мне интересно, где мы вот разбились, там, как ехать мобы. А вот те 2 запчасти, которые я ходил, сам собирал. Там такая же карта была. И я тоже ходил и смотрел. А, под моб. Под ногами дыра. Постоянно, блядь. Ладно, все, ты решил все. Ну, нам надо завершать, да. Нам, во-первых, надо серию завершить, потому что она у нас уже сколько там, 2 часа, наверное, больше. Передай привет всем своим фанатам. Нет у меня фанатов. Я вот здесь вот в углу буду стоять. И, как говорится, до новых встреч. До новой серии. Пока-пока. Удачи всем.